прогулки. Хорошие прогулки, девочки. Ты ко мне не вздумай снимать. Пойдем на дачу жить. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Времени 8 утра. Мне угрожают дачи, если я сниму. В общем, манипуляции. Не вздумай меня снимать, а то пойдешь жить на дачу. Я и так пойду. Куда захочу. Красота. Какие они нежненькие, правда. Вообще, до них дотрагиваешься. Субханалла. Как так Бог сотворил такую красоту? Смотрите, как у нас пасмурно. Ладно, Юлька пошла. Картина вообще обалдеть. Там такая перспектива, прям этой улицы. Как будто туда вглубь уходишь. Обалденная. Я на нее смотрю, и как вот эти домики стоят, смотрите, домики. Прям как будто туда вглубь пошла картина. Как вот так нарисовать? Это же надо талант иметь. Так вот. А я все разберу сейчас. Вещи все. Хотя думаю, нафиг их разбирать. Пусть они в этом сейчас что-нибудь найдем и пойдем. А то опять разбирать, потом опять собирать. Короче, какой-то непонятный мартышкин труд. Я сижу, пью чаек. Мяту не ложила, только этот чай такой рассыпной. Вот. Как она там берег нарисовала, прям как будто там я ножками ходила. Красота. У меня спрашивали про светильник, как-то он странно сделан, как будто веточки. В то же время, наверное, это не веточки. Хотя я не знаю. Может, как-то замачивают. Ну, я вижу, что с веточек. Видно, их как-то замачивают, чтобы они становились мягкие. Потом такое плетут. Прекрасное. Ну, вот такие творческие люди. Телевизор я не смотрю. Может, надо бы, чтобы быть на одном уровне с людьми. На улице дождик идет. Хотела пойти тоже погулять. Потом сказала, не, под дождем не буду. Сначала тут в комнатке наведу порядок. Я думаю, что он закончится, хотя это не так, как там на юге. Он может лить и лить и лить целый день. Вот. Вчера так классно гуляли вообще. Просто обалдеть такое чувство. Я раньше вообще не могла по Новгороду гулять. Меня так пришибало. Вот. А сейчас... Вообще нормально. Я совершенно с другой какой-то подачей продвигаюсь в пространстве. Так прикольно. Не знаю. Попросили меня снять храмы здесь. Вот поеду снимать. Всем доброе, прекрасное утро. Календарик так и не достала. Сейчас уже все достану. И будем с календариком
Люблю вас. Спасибо, что вы есть, мои любимые.